Ребенок Даши и Моисея. Спасибо большое за донат. Просьба была в донате сделать рецензию на этот трек. Ну, не полагается делать рецензию, когда закинута сотка, которая хватает в упор на запись. Это практически 4 минуты, это должно быть 160 вообще. Ну, послушаю, может, что-то скажу. Медиатора с обратного на стандартный Бафеду. Смотря какую музыку ты играешь и какую хочешь играть. То есть, если для решения задач, которые ты себе ставишь в музыке, тебе хватает тех умений, которые у тебя есть, тогда, возможно, ебаться не стоит. Если тебе это очень напряжно и впадло. Если понимаешь, что ты хотел бы большего, и ты уже вот все вот застопорился, и нужно обнуляться просто для того, чтобы улучшиться, ну тогда, конечно, нужно. Ну пока какая-то типа зомби-кантерис. Тихая сталая вода по весне, скрывая за людьми в грязно-сером окне, и просто все смешать, раствориться, как соль. Я ноль, ты ноль. А хочешь самолет или можем в авто? Наденем наизнанку полупальто, очки, кеды, шапка и новый пароль. Скучный альтернативный рок. Ну типа ничего, как бы ничего здесь не сделано плохо, но совсем не за что, ну, цепануться, как бы. То есть, ну, все нормально. Да, нормально, но неинтересно. И что бы ни случилось, мы будем как сталь, стоять на своем, устремившись вдаль. У каждого из нас в жизни стало. Я бы лучше сделал получше музыку и похуже текст. Попробуй разобрать, что хотел. Это хрена слов, я все равно их слушать не буду, мне неинтересно о чем-то мечтать и гордо проходить мир, жесткий контроль. Тем более я 0-0, но это тупая какая-то. Слушался и пожалел. Блять, на утек, на запад, на восток, блин. Честно говоря, здесь женщины даже не спасают особо. Какие-то приколы использованные, забавные, типа переходики там с радио, с паузы, с затыхания, погромче, ну как вот тоска, которая сделана более-менее качественно, вот так, краткая рецензия. Я как бомж с теплотрассы не одобряю данное произведение. Это мне больше нравится вот там сектор газа, вот, например. Не знаю. Ну, все, я все сказал, в принципе. Такс.